капельку препарата выдавили. В дно. Все хорошо? В данном случае нижнюю мы не будем делать контур, да? Нет. Объема достаточно. Я редко делаю нижний контур. Я сказала, что чаще всего это посерединке. Если это очень возрастные и были большие губы, и вот уже кисеты внизу, тогда да, тогда можно пройти и вывести это как бы линию. Вот. Остался треугольничек. Смотрите, если большое расстояние, да, отступить по направлению, дойти и на развороте выйти. Второй, который, да? Oh, something's got me so excited, baby. Oh, something's got me so excited, baby. Oh.